Здравствуйте, уважаемые зрители школы видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. Посмотрите этот ролик и узнайте, где искать идеи для видеоконтента. Итак, первое место, где вы можете найти идею для своего контента, это видео конкурентов. Создайте список конкурентов в своей нише. После этого пройдитесь по списку видеороликов у этих самых конкурентов. Важно, не путайте поиск темы с полным копированием сюжета. На вашем канале возможен только первый вариант. Второе место, где вы можете найти идеи для своих видео, это комментарии. Да, комментарии ваших зрителей под вашими же видео или же комментарии под видео ваших конкурентов. Там вы сможете прочитать советы от подписчиков, как улучшать свой контент. Но, что самое важное, вы сможете найти некоторые вопросы и идеи, для которых можно сразу записывать видео, словно по контент-плану. Третье место, где можно найти идею для видео, это различные тематические сайты и паблики в соцсетях. Найдите такие ресурсы, которые находятся в вашей же тематике. Там наверняка есть обсуждение каких-то проблем, связанных именно с вашей тематикой. Кроме того, на таких ресурсах наверняка есть комментарии, где вы тоже можете найти идею для своего видео. Вы просмотрели ролик о том, где искать идеи для видеоконтента. Подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогера». Ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу этой темы. Спасибо за внимание, пока!